Red Bull Express означает «самый ценный груз» и даже больше. По этой проклятой дороге мы должны были перевезти 1 000 000 тонн припасов. Но немцы не собирались сдавать город-порт без боя. И они получили его. Девятый и 79-й будут атаковать с юга при поддержке 4-го. Роты Эйбл и Док пойдут по центру, ударив непосредственно по главным докам. Эта часть города наиболее хорошо защищена. Мы ожидаем ожесточенное сопротивление. Почему рота Эйбл всегда на передовой? Нет, Джонс, не Эйбл, а ты всегда на передовой. Заткнитесь! Или хотите, чтобы нас убили? Снайпер! В укрытие! Они знают это, как и мы, но немецкая дивизия не собирается сдаваться. Лакор Техас ждет в открытом море, чтобы оказать огневую поддержку. Чтобы он смог подойти, нам нужно уничтожить батарею береговых орудий, расположенную здесь. Но сначала нам нужно захватить эту территорию, чтобы инженеры смогли основать операционную базу. Командование приказывает нам захватить городскую площадь, чтобы разместить там базу. Давайте сделаем это. Я видел столько убитых. Захватите одно из тех строений. Так мы сможем получать подкрепление. У нас гости! Прямо здесь вражеские войска! Заградительный огонь! Не давайте им приподняться! Вражеское подразделение уничтожено. Ноги в руки и пошли! За мной! Держать дистанцию! Захватываем склад снаряжения. Захватите эту территорию, чтобы улучшить снабжение. Спасайте! Докладываю о боевых потерях. Стрелки слушают. Парни, слушайте. Идем. Вперед, бойцы, рассредоточиться. Господи, Конрад, ты когда-нибудь завяжешь хреновые шнурки? Из этого здания отлично. Вперед, держите строй! Мы засядем в этом здании. Пригнуться, выходим наружу. Зарядить оружие. Занять позицию.
Улучшение штаба закончено. Взвод! Выполняем! Захватываем склад снаряжения. Стрелки готовы заступить на дежурство. Сэр, к бою готовы. Вперед, бойцы, рассредоточиться. Захватываем склад снаряжения. У нас гости! Прямо здесь вражеские войска! Сектор обеспечения боеприпасами перешел под контроль. Отряд ко мне! Взвод, бегом! Выполняем! Взвод, вперед! Двигаемся! Орудие к бою готово. Давай, жми! Езжай! Стрелки к бою готовы! На полную мощь! По нам стреляем! Сейчас подошел! Берегись! Вот спин приближается! Двигаемся! Доставьте эту банку! Вражеское подразделение уничтожено. Вас поняли, конец света. Тяжелая кавалерия прямо отправить. Вы заслужили повышение. Кавалерия выступает на поле боя. На том орудии. Бронебойное. Танк на поле боя. У нас повреждение. Ваш танк. Расчет выполняет приказ по захвату сектора. Рота Эйбл, нам нужно прорваться вперед и захватить батарею береговых орудий. Батарея береговых орудий – наша следующая цель. Рота Эйбл, продолжайте продвижение. Пора выйти и преподать немцам урок. Ясно. Солдат, захвати эти ленты! Я готов. Уходим отсюда! Настроено? Прекратил огонь по пулеметному расчету! Давай, давай, пошли! Я наполню их сердца. Сворачивайтесь! Мы должны идти! Это боевые патроны, идиоты! Они меня заметили и стреляют в меня! Совершено нападение на базу. Подразделение уничтожено. Кажется, мы еще живы. Молотки и гвозди, да, молотки и гвозди. Взвод строится. Все это вместе. Приказ.
Приказ выполнен, казармы построены. Парни, внимание! Огнемет скоро будет готов! Идет работа по строительству центра средств поддержки. Крокодил на позиции. Теперь у нас есть огнемет! Сама по себе война не выигрывается. Шевелитесь! Шевелитесь! Не высовываться! Взвод, вперед! Рапортую о завершении Давайте строительства. Пошли. Проект выполнен. Наша работа здесь закончена. Мы повысили ставки. Производство идет на 2 раза быстрее. Вперед, держите строй! Осторожно! Атака! Вперед, бойцы, рассредоточиться! Немецкие офицеры корректируют огонь и артиллерии. Захватите его, и мы заставим замолчать их. Кто-то вызывал кавалерию? Зажжем здесь все! Вражеское подразделение уничтожено. Эй, вы, черви! Вы хотите жить вечно? Держать дистанцию! Умрите, ублюдки, умрите! Ясно! Заградительный огонь! Не давайте им прибавить! На нас ты! Вражеское подразделение уничтожено. Бросайте! Прикрываю! Вперед! Взвод готов выполнить приказ. Мы потеряли подразделение. Фрицы держат нас на мушке! Может быть, мы отдали! Ясно. Танковая часть к бою готова. Стрелковый взвод на месте. Вражеская подруга. Немец бежит! Открыть огонь! Выступаем. О,
сейчас мы все сделаем. Белковый взвод на месте. Позиция под обстрелом немецких войск. Огонь, не давай подстрелиться! Следуем туда. Шерман на позиции. Доставь нас туда. Барни, служите. Кто хочет Барни здесь остаться? Мы все сделаем. Готов к разъезжай. Кавалерия атаку. Готова выполнить приказ. Докладывает экипаж. Шерман на позиции. Танка. Просто укажите цель. Куда нам? Пора выйти и преподать немцам урок. Стрелковый взвод ждет приказаний. Thank you.
дежурства. Совершил нападение на базу. Сосредоточиться! Вот, мы готовы встретить фрицев. Боец, захвати это оружие. Захвати это оружие. Стрелковый взвод ждет приказаний. Боец, захвати это оружие. Боец, захвати это оружие. Выполняем. Сосредоточиться! Идем! Врагов не щадить! Стрелковый взвод на месте! Пошли! Собирайте ваши вещи и становитесь в строй! Быстрее, парни! Полная боевая выкладка! Не высовывайтесь! Боец, захвати это оружие! Боец, захвати. Направляются в нашу сторону! Вперед! Мы уходим отсюда! Да не высовывайтесь! Сейчас мы все сделаем. Шерман на позиции. Был приказ выдвигаться. Видим цели! Вас поняли, конец связи. Снаряжение захвачено!
Атакуем танк противника. Кавалерия, гай, СМИ. Объект захвачен. Стрелковый взвод занял оборону. Выйти и преподать немцам урок. Начинаем оборонительные боевые действия. Танк готов. Полная боевая выкладка. Да, мы все поняли. Пора убить несколько фрицев. Закончили постройку. Мы готовы встретить фрицев. Не высовываться. Стрелки к бою готовы. А для чего тогда нужны инженеры? Наша работа здесь закончена. Пора убить несколько фрицев. Выходим! О, сейчас мы все сделаем. Держитесь рядом со мной, пошли быстрее! Да, сейчас все будет сделано. Давайте, выполняй. Огневой контакт, братская пехота! Умрите, ублюдки, умрите! Так точно! Стрелковый взвод! Горжусь вами, парни! Орудие к бою готово. Нет. Немцы совершили нападение на нашу армию. По нам стреляют. Ваш танк служит. Орудие на цель. Огонь! Немецкий поезд!
Прибыла тяжелая кавалерия. Жми! Стратегический пункт наш. Мы не Почему бы нам его не защитить? Просто стоять без дела. Зарядите оружие, проверьте прицел. Готовы подъедем, где раки земли. Я хочу, чтобы наша старушка забегала. Она стреляет. Идем в бой! Стреляем уничтожено. Пехота врага ликвидирована. Езжай! Кажется, мы собираемся повоевать. Парни, разберитесь с этим дерьмом. Двигаемся! Разнести их в клочья, черт побери! Просто укажите цель. Нажми, камалец. На полную мощь. Сейчас нас будет цель. На врага. Прекрасное применение армейских материалов. Сэр, к бою готовы. Давайте захватим эту точку, пока туда не добрались танцы. Бою Цель уничтожена! Пехота врага ликвидирована! Какого звон служит? Господи, Конрад, ты когда-нибудь завяжешь хлеб и шнурки? Вперед! О, сейчас мы все сделаем!
Сейчас. О боевых потерях. Бойцы ко мне! Пошли! Захватываем склад снаряжения. Пора убить несколько. Выступаем. Клюкова, взвод, слушайте. Да, сейчас все будет сделано. Да! Просто скажите, что вы там сделали. Вражеское подразделение. Наши войска несут потери. У нас повреждение. Прислали тяжелую пехоту. Подход к береговой батарее открыт. Уничтожьте орудие. Ворота взорваны. Цельтесь по магазину. Клюкова, взвод, слушай. Давайте, выполняем. Открыть огонь по сигналу. Тридцатая немецкая дивизия на ногах. Нам надо действовать жестко, добраться до их главного гарнизона в порту и захватить его. Немцы не сдадутся до тех пор, пока мы не уничтожим их систему управления. Нам нужно полностью разрушить их штабной комплекс. Столько убитых, сколько можно не увидеть за 10 жизней. Тяжелая кавалерия готова выступить. Марша в поле боя. Вас понял. Вас понял.
Пехота смотреть на меня. О, сейчас мы все сделаем. Сектор захвачен. Они говорили, что в армии можно легко заработать. Чёртовы задницы. Мы закончили строительство. Докладывает был приказ тяжелого ганса. Я хочу, чтобы наша старушка забегала. Атаку! Зажми, Камалер! Вас понял! Немцы совершили нападение на наши укрепленные силы. Вперед! Захватим их автопарк, наш фланг не будет защищен. Здесь на поле противника парни. Тяжелая кавалерия к бою готова. Шерман на позиции. Жми. По нам стреляют. Так хорошо, на боевых потерях. Ваши приказания. У нас прибегает. Позиция под обстрелом немецких войск. Даже не думай мне заклинить, мать твою! Экипаж танка докладывает! Готовы! Шерман, второе повышение! Заводи! Заводи, как под каменной стеной!
Шерман видит цель. Экипаж, вы настоящие бойцы. Понял. Заряжающий, шевелись. Вражеское подразделение уничтожено. Шерман атакует. Точное попадание. Разнести клочья, черт побери! По вашим приказаниям прибыл! По нам стреляют! На поле боя появились рейнджеры. Меня. Тяжелый танк прибыл. Крокодил на Давай, позиции. Жми. Прибыла тяжелая кавалерия. Просто еще у нас повреждения. Двигаемся! Вражеское подразделение уничтожено. Я горжусь вами, парни! Крокодил на позиции. На полную мощь. Люковый взвод, равняйсь. Смирно! Рейнджеры прибыли. Давай! Мы готовы Ищай. Выдвигаться на поле боя. Кавалерия готова выполнить приказ. Танк готов к передвижению. Давай, жми. Еду. Нажми, камалец! Вражеское подразделение уничтожено. Просто езжай! Я хочу, чтобы наша старушка забегала! Идем в бой! По нам стреляют! Выдвигаемся! Орудие на цель! Огонь! Там есть автопарк. Уничтожьте их. Мы отрежем их от снабжения. Стоп! Трюки здесь! Как
скажите, что мы должны сделать. Да, сейчас все будет сделано. Сейчас мы все сделаем. Рейнджеры, слушай мою команду. О, сейчас мы все сделаем. Тяжелая кавалерия к маршу готова. Слушаю мою команду. Объект захвачен. Стрелковый взвод занял Стрелковый оборону. Стрелковый взвод слушает. Да, сэр, за мной! Двигайся! Захватываем склад снаряжения. Просто укажите цель. Мы готовы встретить фрицев. Мы захватили снаряжение. Все просто как пареная репа. Я стреляю, они умирают. Вперед, держите строй. О, сейчас мы все сделаем. Правый фланг вперед! Я стреляю! Огонь!
готовы встретить фрицев. Да, мы все поняли. Тяжелая кавалерия прибыла. Разнести. А вот и мы. Механик Шмидт. Подразделение уничтожено. Пехота врага ликвидирована. Бойцы ко мне. За это я еще больше не люблю фрицев. Фрицы сильно насели на наш танк. Боевых потерь. Атакует. Механик! Нас не по максимуму! Шерман атакует! Наши войска! Заставка! Кроме нам же мы сделаем! Вражеское подразделение уничтожено! Шерман на позиции! Шерман атакует пушку противника! Наша старушка забегала. Езжай. Пора убить несколько фрицев. О, сейчас мы все сделаем. Сэр, ждем ваших приказаний. Шерман на позиции. Шерман на позиции. Самое время уходить отсюда.
нам стреляют! Точка захвачена! Нас обстреливают! Шерман на позиции! Шерман атакует! Просто скажите, что мы должны сделать! Шерман на позиции. Поехали уже! У нас повреждение! Шерман на позиции. Шерман на позиции. Поднажми, Камалец. Был приказ выдвигаться. Куда ставимся? Шерман на позиции. Вражеское подразделение уничтожено. Какие будут указания? Армия!
подразделение уничтожено. Экипаж танка слушает ваши приказания. Механик, выжми по максимуму. На полную мощь. Нам нужно, чтобы порт остался на... Забирайте ваши вещи и становитесь в строй. Кавалерия, это мы. Доставь нас туда. Просто укажите цель. Я хочу, чтобы наша старушка забегала. Еду. Топливо захвачено. Что надо? Да, сэр. Собирайте ваши вещи и становитесь в строй. Мы готовы встретить фрицев. Слушаю мою команду.
эту точку, рейнджеры! Шерман на позиции. Жми! По нам стреляют! Противник открыл огонь! Ложись! Шерман на позиции. Следуем туда! Просто вас езжай! Понял! Понял! На поле боя появились рейнджеры. Шерман видит цель. Докладывает ему, Шерман атакует. Мы захватили точку! Вот, пробили! Подтягивайте в трассе! Удобим их в сердце! Вот так! Радовское подразделение уничтожено. Докладывает экипаж танка. Вперед! Шерман видит цель. Цель уничтожена. Вот он, врага ликвидирована. Шерман! Можешь гордиться собой. Живее здесь! Звонить по чёрту! Активуй танк! Вражеская пехота! Цель уничтожена. Вот он, врага ликвидирована. Шерман на позиции. Шерман на позиции. Давай, жми. Шерман на позиции. В атаку. Вас понял. Шерман на позиции. Приказ понял. Какие будут указания? Готовим автоматы. Кавалерия готова выполнить приказ. Вас поняли, конец. Шерман на позиции. Не знаю, Нил, но у него перед как у мотоцикла, а зад как у вездехода. Сержант, установите на крышу пулемет. Пора нам покрошить фрицев. Шерман на позиции. Езжай. Давай, жми. Вперед, держите строй.
пехоту. Вперед! У нас повреждение! Можно сюда нас травить! Вы заслужили повышение! Просто езжай! Вперед! Я вас прикрою! Цель получена! Пехоте фрицев осталось жить немного. Появились рейнджеры. Разнести их в клочья, черт побери! У нас повреждения! На поле боя появились рейнджеры. Идем в бой! Приходимся под плотным огнем противника!
Вражеское подразделение уничтожено. Займем ту точку, рейнджеры. Рейнджеры, слушай мою команду. Займем ту точку, рейнджеры. Тяжелая кавалерия готова выступить на поле боя. Подразделение уничтожено. Тяжелая кавалерия к бою готова. Просто езжай. Доставь нас туда. Подвигаем. Рейнджеры, рассредоточиться. Кавалерия готова выполнить приказ. Да, сэр. Какие будут указания? Сделано. Не останавливаться. Вперед. Да, Фриц, война закончилась. Двигай. Сержант Конти, у штаба для нас есть задание. Выдвигаемся. Мне рассказывали, что в Шербуре мы захватили свыше 40 тысяч немецких пленных. Трудно было смириться с тем, что мы так упорно сражались за этот порт, а в награду получили только руины. Немцы уничтожили его, и пройдут месяцы, прежде чем мы сможем им воспользоваться.
Но в захвате города все же были плюсы. В бункере мы нашли секретные немецкие документы. Вот схематические чертежи ракет Фау-2. Ракетная база спрятана в долине к югу от Сетеваста. Это полуподземное сооружение еще находится в процессе постройки. Ракетная платформа хорошо защищена, и провести прямую бомбардировку в том районе невозможно. Следовательно, это будет десантная операция. После наступления темноты мы высадим десант за периметром стен базы и атакуем ее в пешем порядке. Это очень опасное задание. Удачи. Наша главная цель – пусковая установка Фау-2, вот здесь. Заложив и подорвав взрывчатку, можно вызвать цепную реакцию и уничтожить базу. База защищена зенитными орудиями, поэтому мы не можем высадить десант. Быстро уничтожьте эти орудия, чтобы открыть зону высадки. Чтобы обеспечить пути снабжения, нужно атаковать здесь, у главного входа. Поймите, здесь у нас не будет операционной базы. Это означает, что нам нужно напасть на вражеские склады, чтобы получить тяжелое орудие. За работу! Так, вы слышали, капитана? Нам надо уничтожить эту пусковую платформу. Подтверждаю. Если мы удержим вход, то сможем организовать линию снабжения. Чем дольше мы держим линию снабжения открытой, тем больше времени у роты Able для того, чтобы послать подкрепление. Вперед! Захватите эту стратегическую точку. Вас понял. Меняем позиции на посту. Выдвигаемся, десантники. Выдвигаемся, десантники. Первый отряд, займите это зенитное орудие. Мы можем использовать его, чтобы удерживать его. Подразделение уничтожено. Слушай мою команду. Расчет к орудию. Какие будут указания, сэр? Слушай мою команду. Следим за движением.
Парашютисты готовятся к прыжку. Мне нужны патроны. Пусть еще пару магазинов. Проверить мой комплект. Вражеское подразделение уничтожено. Разговор? Иди за мной. Кто-то один немцев. Орлы, по-моему, не лезьте, но цель мне захватите. Внутрь. Можно установить пулемет у окна. Пулеметный расчет, бой готов. Из этого здания отлично простреливается вся местность. Вход на базу безопасен. Линия снабжения налажена. Хорошая работа. Теперь нужно уничтожить те Фау-2. Десант! Надеюсь, шприцы ничего не имеют против нашей высадки. Мы должны удержать стратегическую точку у центральных ворот. Не дайте немцам отбить ее. Рота Эйбл выслала подкрепление. Мы должны удержать линии снабжения. Добро пожаловать во Францию. Мы потеряли зенитное орудие. Отбейте его! Десантники к вашим услугам. Орудию по местам. Вперед, на улицу. Солдат, захватите ли этого здания. Отлично простреливается вся местность. Ага, сейчас. Десантники, вой, велим ногами. Головы пригнуть, мы выдвигаемся. Надеюсь, шприцы ничего не имеют против нашей высадки. Подтверждаю. Подкрепление на подходе. Десант, надеюсь, шприцы ничего не имеют против нашей высадки. Вход на базу атакован! Мобилизовать всех! Сэр? Пригнись! Отделение, вперед! Выдвигаемся, десантники! Все за мной, вперед! Пусть отведают наших гранат! Вышка разрушена. Рука дающегося не отсохнет, как тараканы. Задайте вверх. Пригнись! Десант!
десант к несению службы готов. Быстрее, десантники, вперед! Быстрее, десантники, вперед! Десант под огнем! Пусть получится полна, парни! Вас понял! Будет снято до службы! Живых башнях разнесут нас на куски. Жив пакет в окно, быстро! Хорошо. Немецкая сторожевая вышка уничтожена. Горчики, десантники, за мной! Десант прибыл! Шевелись в темпе! Устроим им свинцовый дождь! Мы потеряли подразделение. Будет они исполнено! Воздушная разведка в вашем распоряжении. Наши войска несут потери. Понял. Высадка десанта будет произведена по приказу. Громогласные орлы, принять орудие! Кажется, фрицы цели попали! Рука дающего не отзовной! Вперед! Проверить мой комплект! Нет, нет! Мы уделали врага! Ведем огонь по цели! Десантники к бою готовы! Вперед, парни! Нам нужно захватить цель! Вперед! Стрельбу не прекращай! Захватим цель, десантники! Вперед! Артиллерия! Какие указания? Координаты. Десантники к заданию готовы. Десант к несению службы готов. Десантники, добро пожаловать во Францию. Парашютисты, слушай мою команду. Отделение, вперед! О-ха! Шевелим ногами. Так точно. Уходим отсюда. Поживее, десантники. Вперед без шума. Головы пригнуть, мы выдвигаемся. Огонь, мать! Наши спереди будут открыло по нам огонь! Гранаты! Хватит уже сидеть. В атаку! Вперед! Стрельбу не прекращай! Десантники готовы! Не люблю, за чёрт, старые прибыли!
Мы закончили строительство. Десант! Десантники! Шевелим задницами! Против нашей высадки. Ага, поняли. Господи! Будет исполнено! Подтверждаю. Орлы! Вперед! Пригнулись! Громогласные орлы! Огонь не прекращен! Десант! Мы сеем снег с Эйбл уже прибыла. Ждем приказаний. Вот десантников погиб во время боевых действий. Подкрепление готово к парашюту. Башни разнесут нас на куски. Заминируйте те башни и отправьте их в бар. Нас зажали! Меня попали! Лучшие по вашей команде! Пусть отведают наши гранаты! Орлы помолятся за упокой! Слушай мою команду! Подразделение уничтожено. Отлично! Ни один немец не должен уйти отсюда! Наши ребята готовы к десантированию. Пора выйти и преподать немцам урок. Есть строительный заказ. Давайте его выполним. Десант к несению службы готов. Мы едем. Десант несет потери. Пристегните ремни и держитесь крепче. Поехали туда. Мы в самом центре схватки. Приходим в атаку. Экипаж, огонь, слушай. Скоро прибудут. Орлы помолятся! Идем огонь по противнику! Орлы помолятся за упокой! Перегрели! Десантник! Десантник! Ребята!
подразделение уничтожено. Вперед! Отделение вперед! Будет исполнено! Я сказал, что это будет готово! Мы на мушке у противника! Десантники! Готов! Куда мы направимся? Врежьте им! МГ на сторожевых башнях разнесут нас на куски! Взрыв пакет в окно! Быстро! Десант в зоне огня! Не готов! А нам ведут слишком плотный огонь! Ждем дальнейших указаний! Зенитное орудие готово! Просто покажите, куда стрелять! Орлы к бою десантники готовы. Вперед! Головы пригнуть, мы выдвигаемся. Выступаем! Самолет с подкреплением уже в пути. Десантники, шевелим задние. Десантники, добро пожаловать во Францию. Огонь! 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 Францевый заряд. Ща рванет. Четыре ствола заряжены. Атакуем пехоту противника. Ведем огонь по врагу. Десант, парни. Долучитесь, сволочи. Стопните. Никакого хрена тебе надо. Да, понятно. Какого хрена тебе надо? Идет подкрепление в подразделение пехоты. Десант! Надеюсь, фрицы ничего не имеют против нашей высадки? Приказ понят. Парашютисты на посту. Десант! Надеюсь, фрицы ничего не имеют против нашей высадки? Вот так, строительство закончено. Десант!
Звено воздушной поддержки к бою готово. Десант! Забирай боеприпасы. Выдвигаемся, десантники. Собираем боеприпасы. Вернулись с новыми силами. Собираем боеприпасы. Десантники готовы. Десант! Надеюсь, фрицы ничего не имеют против нашей войны. Шевели задницы! Десант первый пошел, все пошли, выдвигаемся. Десант! Надеюсь, фрицы ничего не имеют против нашей войны. Заставьте ее двигаться. Основная часть роты Нейвы уже прибыла. Установите на крышу пулемет. Ждем приказания. Пора нам покрошить фрицев. Десант, ружья на изготовку. Так точно. Выдвигаемся, десантники. Приказ понят. Десант, десантники, шевелим задницами. Не раскисать, дамочки. Десантники, быстрее, десантники, вперед. Какие будут первый пошел, все пошли, выдвигаемся. Понял. Высадка десанта будет произведена по приказу. Десант, десант, служба выступаем, готов. Десантники. Первый пошел, все пошли, выдвигаемся. Пригнись, шевелим ногами. Десант! Надеюсь, фрицы ничего не имеют против высадки. Затолкаем-ка им гранату в глотку! Десант несет потери! Плановая цель! Уничтожить эти баллоны с кислородом! Подкрепление готово к парашютной высадке. Я? Добавь газу! Кавалерия прибыла. Доставь нас туда. Наши ребята готовы к десантированию. Вражеские войска рядом с кислородными баллонами! Мобилизовать защиту! Синит, какой у него? Черт, десантники, зоня огня! Будет сделано план! Танк к бою готов! Из основного орудия, бронебойным! За упокой фрица. Так точно. Все четыре просто ствола заряжены. Вперед! Держитесь, мы едем. Вперед! Да, поехали. Да, уже едем. Мы едем. По газам, вперед! Давай проверим прочность шин. Мы должны ехать. Вражеское подразделение. Прокатимся
Вас понял. Идем огонь по врагу! Вражеское подразделение уничтожено. Мы уничтожили! Армы! Голодчики! За мной! Заряд! Раз! Два! Три! Отвали от меня! Что надо? Следи за укрытием и за мной! Так, ребята, вы слышали нашего капитана? Вражеское подразделение уничтожено. Десант несет потери! Десант нас не спасли! Цель уничтожена! Пехота врага ликвидирована! Десант, ружья на изготовку! Следи за укрытием и за мной! Вражеское подразделение! Двигаемся! Займемся делом! Орлы помолятся за упокой принца! Надеюсь, это того стоит! Да! Вперед! Вот пехоты погибли. Деса! Надеюсь, принцы ничего не дают. Ура! Мы заработали на шифте! В атаку! Это идет огонь по противнику! В самую точку! Командир координирует оборону базы из этого штаба. И не парализуйте командира. Все четыре ствола заряжены. Мы едем! Держи, давай! Поехали! Вперед! Немедленно! Вперед! Мы не можем дольше оставаться в этом бесполезном орудии! Вражеские войска рядом с кислородными баллонами! Мобилизовать защиту! Десант к несению службы готов. Вот десантников хватит во время боевых действий. Блять. Здесь слишком горячо. По нам ведется огонь. Вражеская пехота уничтожена. Вас понял. Какие вы указания? Вперед! Кавалерия, атака! Десантники! Накрыли нас, спалим огнем! Поздравляю! Мы уничтожили службу и докладывай! Вражеская пехота уничтожена! Ликвидирована! Орлы помолятся за упокой фрица! Рука дающего дверь! Сохнет! Гранаты! Попали в переделку! В атаку! Отлично, заходи!
было уничтожено. Огнем не сможешь. Ту фигню не подорвешь. Ну, чё ты, блин, тяжелая кавалерия к бою готова. На полную мощь. Был приказ выдвигаться. Тяжелая кавалерия к бою готова. Езжай. Давай, жми. Сержант, установите на крышу пулемет. Пора нам покрошить все подкрепления, которые мы можем отвести на эту атаку. Теперь все зависит от вас. К маршу готов. Вас понял. Парашютисты скоро прибудут. Кавалерия готова к бою. Десантники, добро пожаловать во Францию. Понял. Заканчивайте здесь все и пошли. Десант! Надеюсь, фрицы ничего не имеют против нашей высадки. Первый пошел, все пошли, выдвигаемся. Не раскисать, дамочки. Головы пригнуть, мы выдвигаемся. Так точно. Танк не может заварить двигательную крылечку. Группа поддержки к бою готова. Да, мы уже там. Зенитное орудие готово! Сейчас они получат! ЭВО уничтожено! Отделение! Бегом, марш! Вперед! Хрен. Не раскисать, дамочки! Как обстреливать из стрелкового оружия? А теперь у нас есть марш! Как скажете! По вашей команде. Ранцевый заряд. Ложись! На ранцевый кусок отвергаем. И мы все пройдем. Отделение вперед. Несем потери. Они пытаются нас отбросить. Парашютисты готовятся к прыжку. Можете на нас положиться. От пули не лезьте, но цель мне захватите. Покажем им, из какого вы теста, десантники. Вот десантники отхватим. Прикрытие снайперы убивают наших солдат. Орлы! Нас стреляют! Кидай нас хрена тебе надо! Снимайте нас под двигателями! Кидай гаражеские войска рядом с пусковой установкой! Мобилизовать всех и уничтожить их! Денегол, Уильямс, тащите оружие и патроны! Солдат, захватите ленты! Тяжелая кавалерия готова выступить на поле боя. Просто езжай. Группа поддержки к бою готова. Да, уже едем. Поехали туда. Парашютисты скоро прибудут. Thank you.
Вражеское подразделение уничтожено. Головы пригнуть, мы выдвигаемся. Бегом, марш! Гранат очень полезны для их организма. Докладывает на змеям орех. Чтобы наша старушка забегала. Враг бьет тревогу. Сейчас будет бой. Танк готов. Тебе солдат дают готов. Заправлен и к бою готов. Жми. Пехота врага ликвидирована. Кавалерия готова выдвигаться. Десант под огнем. Кавалерия к бою готова. Заходим под атаку. ЭВО уничтожено. К
Какие выдвигаемся? Дави на газ! Поехали! Давай! Добавь газу! Доставь нас туда! Мы едем! По газам! Вперед! Готовы к десантированию. Кому понадобились? Слушай меня, пехота! Шевели задницу! Да! Мы готовы! Заставь эту штуку двигаться! Наши войска несут потери. Разговорщики, десантники, вперёд! Выдвигаемся, десантники! Десант несёт потери! Стрелковая рота, вперёд! Огонь! Подразделение уничтожено. Пехоты. Кавалерия ждет указаний. Езжай! Я хочу, чтобы наша старушка забегала. На полную мощь! В атаку! Давай, жми! Атакуем танк противника. Вражеское подразделение уничтожено. Была тяжелая кавалерия. Против нашей высадки. Еду. Просто езжай. Пехота врага ликвидирована! Не
Инженеры, погоня! Пулеметный расчет слушает! Не поднимать головы! Отходим! Неприятель! Цель уничтожена! Пехота врага ликвидирована! Что нужно сделать? Не расслабляться, внимательнее! Пошли! Какие будут указания, сэр? Выступаем, десантники! Пригнуться! Идет подкрепление в подразделение пехоты. Поняли. Кидай! Давай! На нашей позиции! Мы потеряли подразделение. Защитите солдат от тех снайперов! Вас понял. Теперь можно произвести парашютную выгрузку. Десант, смерть с небес! Выдвигаемся, десантники! Не прекращать огонь! Парашютисты на посту! Тяжелая кавалерия к бою готова. Езжай! Нас понял, нас стреляй, понял! Из основного орудия, бронебойно! Защитите солдат от тех снайперов! Мы продвигаться! Нацеливаем на врага, к бою готовы! Огонь! Из основного орудия, огонь! Вражеское подразделение на врага! Вперед, парни! За мной! Вперед! Мы разделали Сири! Зенитная пушка уничтожена! Сейчас замерзнут вражеские войска! Кажется, пехота! Шевелись, Демпи! Они пробиваются! Огонь не прекращать! Просто укажите цель! Просто езжай! Десант под огнем! Оставь нас туда! У нас повреждение! Подтверждай! Вас понял! Жми, черт тебя побери! Пехота врага ликвидирована. Перемещаемся. Орудие на цель. Огонь. По нам стреляют. Десант прибыл на место. Ранцевый заряд. Щар рванет. Мы попали под пулеметный огонь. Двигаемся! Отделение! Вышки не осталось и следа. Прекрасно! Вас понял! Вперед! Отделение! Они стреляют на нас! Несем потери! Вперед! Вражеское подразделение уничтожено. Нам бегут огонь! Преподать немцам. Занимаем позицию!
ребята, потише. Тяжелый танк прибыл. Пулеметчики, собираемся, пора сменить позицию. Группа поддержки к бою готова. Держитесь, мы едем. Инженеры готовы выполнить приказ. Давайте двигаться. Ясно. Готов. Мы будем там немедленно. Давай, жми. Мы едем. Вас понял. Тяжелая кавалерия готова выступить на поле боя. Еду. Был приказ выдвигаться. Поднажми, камалец. По нам стреляют. Парашютисты готовятся к прыжку. По нам стреляют. А вот и мы. Разнести ночи, черт побери. Десантники, добро пожаловать в Украину. Тронуйся. Нам пора. Пора, выдвигаемся. Жми, вперед, вперед. Ну-ка, подожди. Сэр? Следим за движением. Вперед! Шевелись в темпе. Так точно. Головы пригнуть. Мы выдвигаемся. Десантники готовы. Десант! Надеюсь, фрицы ничего не имеют против нашей высадки. Пригнись! Десант! Надеюсь, фрицы ничего не имеют против нашей высадки. Пригнуться! А нам ведут огонь! Мы тут внутри, как в западне. Готов по вашей команде. Рост, покажем. Счет к бою готов. Выходим отсюда. Тяжелая кавалерия к бою готова. Нас обстреливают!
больших потерь. Кавалерия вышла на полную мощь. Я хочу, чтобы наша старушка забегала. В атаку! Подтверждаю. Вражеское подразделение уничтожено. Десант к несению службы готов. Десантники готовы. Первый пошел, все пошли, выдвигаемся. Солдат, захвати деленты. Время ходьбы, всем смотреть вперед. Отлично, я ненавижу стоять на шевели пашу. Задницы. Пулеметный расчет под огнем. Шевелим задницами. Кавалерия готова выполнить. Поехали туда. Цель определена. Выдвигаешь на позицию. Десантники в авангард и по центру. Тяжелая кавалерия, ну что, готова выступить на поле боя. Видишь, как далеко продвинулась немецкая боевая машина, волосы встают дыбом. У нас не было ничего подобного. После взятия Шербура верховное командование назвало нам следующую цель. Город перекресток Сен-Ло. Единственное место, где мы можем пересечь реку Вир, находится здесь. К сожалению, у нас немного информации об этой территории. Рота Эйбл, мы выдвигаемся после рассвета.